Традиционно в ночь на 19 января православные христиане отмечают крещение Господне. В этот праздник многие окунаются в купель, причем независимо от религиозных убеждений. И судя по количеству людей, которые собрались на пляже юбилейный, даже пандемия уступает перед желанием смыть свои грехи. В 10 вечера батюшка осветил воду в проруби, после чего люди по очереди начали заходить в Иордань. Буквально за час троекратно окунулись головой более 100 человек. Сильные морозы, на улице минус 15. Святого Духа! Минус 1, минус 2. Аминь! Некоторые горожане пришли на обряд омовения впервые. Вы окунулись, ваши ощущения, поделитесь. Феерически. А вы первый раз? Да. А почему решили все-таки окунуться? В целях оздоровительных. Я первый раз нырнул. Лет 5 хотел, сегодня решился. Почему все-таки решились? Я вдруг позвал. Только потому, что вдруг позвал? Да. Ну или из-за каких-то рисков? Еще в прошлые разы всегда болел, сейчас не болею. Самое сложное – это зайти в воду, побороть свой страх, говорят опытные купальщики. Вы как, подготавливаете как-то? Нет. То есть нет, вообще не подготавливаете? Просто как бы пришел с работы, взял пакет, пошел, нырнул. А не боитесь, что это как-то скажется на здоровье? 15 лет никак не сказалось, поэтому и в этот раз не скажется. Отличный пожитель. А по каким соображениям вы все-таки ныряли? Религиозным убеждением или все же... Да, наверное, все в совокупности. Ну, просто... Первый раз стало интересно, как бы смогу, не смогу. Попробовал, выяснил, что смогу. Ну и как бы взяли с товарищами традицию каждый год нырять на крещение. Почему понравилось? В здоровом деле здоровый дух. Первый раз? Нет, не первый. Уже много раз делал. А в течение года вы как-то... В течение года тоже. Вы окунаетесь? Да. И как-то, может быть, с утра холодной водицей? Контрактный душ – это каждый день, а сюда, ну, стараюсь раз в неделю. Купания прошли под строгим наблюдением спасателей, которые дежурили на территории центра зимнего плавания «Касатка ДВ» и непосредственно у проруби. Некоторым посетителям сотрудники МЧС помогали набрать воду из купели. Идет пока все так, как и планировалось. Порядок соблюден. Палаточки у нас работают, обогрева женская, мужская. Поэтому на текущий момент пока и думаем, что оно так и пройдет у нас традиционно, без каких-либо срывов и происшествий. Многие из пришедших на пляж юбилейный стояли в стороне, поддерживали близких и друзей, которые все же решились в морозный вечер зайти в прорубь. Всего в крае было оборудовано 17 купелей. Стоит отметить, что на фоне высокой заболеваемости коронавирусом в нескольких регионах страны вовсе отказались от проведения крещенских купаний. Алина Черненко, Игорь Болтов, новости на Восьмом.